Всем привет! Вы на канале Start Android, здесь Виталий Непочатов. В современном мире нет, наверное, более важной вещи для человека, чем его смартфон. Потеря смартфона часто оборачивается потерей важной информации. Конечно, существуют облачные сервисы, которые позволяют хранить и восстанавливать личные данные. Но не все решаются доверить личную информацию облакам. Если это о вас, то вам нужен набор надежных инструментов для бэкапа и восстановления данных. Один из таких инструментов – это программа Dr. Phone. Она устанавливается на ваш компьютер и позволяет полностью управлять всеми данными на вашем смартфоне. Dr. Phone может сохранять резервные копии данных со смартфона на ПК, восстанавливать данные, вытягивать данные из поврежденного смартфона, стирать данные на смартфоне и многое другое. Для установки программы на ПК скачайте ее с сайта wondershare.com по ссылке в описании видео. После несложного процесса установки откроется окно, где нужно активировать все необходимые вам модули программы. Далее нужно зарегистрироваться, указав ваш email. После регистрации откроется главное окно программы. Для сохранения данных выберите модуль Data Backup and Restore. Предварительно нужно подключить смартфон при помощи USB кабеля к вашему ПК. Затем выбрать типы данных для сохранения. Можно сохранить контакты, историю звонков, сообщения, встречи и события календаря, мультимедиа и приложения. Создание резервной копии займет некоторое время. Затем можно будет посмотреть сохраненные данные на компьютере. В модуле Data Recovery можно восстановить данные на смартфон, предварительно выбрав данные для восстановления. Рассмотрим остальные возможности программы Dr. Phone. Можно получить root-доступ к вашему девайсу. Можно извлечь данные из поврежденного телефона. Можно удалить блокировку экрана, если вы забыли пин-код или графический ключ. Можно удалить все данные с телефона, если вы, например, решили его продать или подарить кому-нибудь. Также можно разблокировать сим-карту смартфона. При подключении смартфона к компьютеру с установленной программой Dr. Phone на смартфон автоматически устанавливается приложение Mobile Go того же производителя. Приложение не только обеспечивает связь с настольной версией Dr. Phone, но еще и само по себе является неплохим оптимизатором для вашего смартфона. Приложение может оптимизировать работу вашего устройства и выполнить расширенную чистку. Также имеется целый набор других инструментов – диспетчер и ускоритель приложений, менеджер автозапуска и уведомлений, очиститель фотографий и социальных приложений. Вторая вкладка содержит элементы управления соединением с ПК. А третья вкладка содержит возможности безопасного удаления данных, блокировки приложений, сокрытия фото и видео. Вот такой полезный набор программ для управления вашими данными на смартфоне. Конечно, приложение Dr. Phone не бесплатное, но оно имеет бесплатный период использования. Скачать приложение можно по ссылке в описании видео. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо вам за просмотры. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра!